Черное озеро на протяжении многих десятилетий является одним из самых популярных мест отдыха щелковцев и гостей городского округа. Даже будний день при хорошей погоде здесь всегда есть люди. И сегодня стоит задача сделать это место еще более комфортным и безопасным. Начало лета обрадовало жителей солнечной погодой. Вода только начала прогреваться, но у водоема уже немало отдыхающих. На Черное озеро многие приезжают целыми семьями. Купальный сезон крутой, тут вода хорошая. Мне нравится. Место чистенькое, место хорошее. Но здесь мало инфраструктуры, просто плохо выстроено. Если необходимо, что-нибудь построить, тогда будет совсем хорошо. Облагородить. Мы приехали из города Щелково. Ну, озеро теплое, классное, хорошее. Мне здесь нравится. Ну, если бы здесь, правда, построили лавки, туалеты, не знаю, там... Добавили бы еще ларек с мороженым, с едой там. Уже совсем скоро здесь планируется благоустроить территорию, оборудовать пляж, отвечающий всем нормативам. В рамках программы «Безопасность Подмосковья» сотрудники администрации округа совместно с Центром гражданской защиты провели смотр территории береговой полосы водоема. Самое популярное место у нас вот это Черное озеро, которое находится здесь. И мы сюда приехали с целью посмотреть, пригодно ли это место для дальнейшей разработки и оформления пляжа на этой территории. Нашелся предприниматель, который хочет организовать здесь место для отдыха наших горожан. Вот. Вы видите, территория уже почищена, то есть ребята плотно начали заниматься. Сейчас идет оформление документов с лесфондом. Вместе с комиссией на Черное озеро в этот день прибыл отряд четвероногих друзей человека, возглавила который по традиции талисман щелковских спасателей Корги Маруся. Когда приходят корги, люди улыбаются, жизнь делается добрее и легче воспринимают те требования, которые человек просто хочет сказать. Корги отлично плавают, и люди сразу оживились и услышали диалог. Им будет очень приятно узнать, что все-таки в конце концов мы постараемся сделать организованный, настоящий по всем правилам пляж. Это важно. Вблизи водоема планируется оборудовать спасательный пост. Кроме этого, необходимо провести водолазное обследование озера. Впереди много работы, а начать благоустройство планируется в ближайшее время. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.